Так, наша задача на сегодня проверить работоспособность квадрокоптера и аккумуляторов. Вчерашняя попытка запуска квадрокоптера, который не летал порядка 7 месяцев, 6-7 месяцев, оказалось не совсем удачно. Он у нас не полетел, как положено. То есть, или аккумулятор разрядился очень быстро, или квадрокоптер у нас где-то коротит. И за счет этого разряжает аккумулятор раньше времени. Сейчас свеже подзаряженные аккумуляторы, свеже подзаряженный телефон, смартфон, то бишь, вот сейчас мы попытаемся. Что-то не включается сразу с первого. Вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, теперь мы подключаем наш. Подключаем приемник, подключаем камеру. Заодно и проверим камеру в режиме 4К 60 FPS. Так вот, что-то не очень мне как-то вроде бы это что-то непонятное. Непонятно. Камера у нас вот. Камера ходит. Вот. Что-то с камерой не все нормально. Вот. По пищу, если опорола, она. Ну ладно. Посмотрим, что она нам даст. Опа, все. Свежезаряженный аккумулятор, и он дальше не поднимается. Значит, он и камера подвес перевернулась. А, камера болтается, подвес не работает. Все. Надо менять полетный контроллер, потому что был подзаряжен. Подвес надо. Так, все, опускать надо. Опускать надо, отключать подвес. Так, отключать надо подвес. Ну-ка.
Ну что? О, по рулу не держит. Этот подвес у нас не держит. Ни хрена. Отключаем пока. Все мы отключаем, да? И камеру отключаем. Берем другой аккумулятор. Этот аккумулятор был заряжен вчера идеально и сохранял. Сейчас мы убедимся, что проблема не в аккумуляторе, а проблема в полетном контроллере. Насколько же он просел. Сейчас мы проверим, насколько просел у нас. Насколько просел у нас. Всего-навсего на 10%. Просел. Ну, берем только что заряженный аккумулятор на 2,8. Это у нас был аккумулятор на 2,2 ампер-часа. Сейчас берем мы так называемый на 2,8 ампер-часа, но который не соответствует, конечно, своим показателям. Но проверим на всякий случай. Если это полетный контроллер, то будем менять полетный контроллер, пока мы его не продали. Пока он у нас. Пока он у нас имеется. Но имеется он уже отвезен на дачу. Поэтому. Хорошо. Оба-на! Аккумулятор. Проблема была в аккумуляторе. Проблема в аккумуляторе. Птицы, блин. Птицы. Так, подвес у нас опускаем. Подвес дергается, ничего не видно. Все, значит, тот аккумулятор у нас сдох. Он. Сажаем мы его. У нас подвес тут. Вывод однозначный. Однозначный вывод, что аккумулятор говно. Все мы проверили, пришли к выводу, что аккумулятор неисправен. С дроном все нормально.